едем на военный пляж. Вова сказал, что он тут все знает в Паттайе. Покажет нам сегодня какой-то особенный пляж. Там мало туристов, там никого не должно быть вообще. Пляж чист. Если хотите на машине или на мопеде, то это самый ближайший пляж. Он находится где-то в часе езды от Паттайи. Нам разрешили подойти поближе, поснимать огромные-преогромные корабли. Тут прям военные с автоматами стоят. Заехали на военный пляж, 20 тайских бат, въезд это 200 тенге. Здесь вот такие сосны, можно под ними прятаться от солнца, иностранцы. Пасмурно, не видно, вода голубая-голубая обычно. Волн вообще нет. Да, здесь волн нету. Класс. Где? Это очень здорово, потому вода, что вот, Сара боится волн. И ей некомфортно купаться, когда сильные активные волны. А здесь вообще идеально для отдыха с детьми. Хотим посмотреть местечко, где нам расположиться. Либо здесь, либо уже в другом месте посмотрим. Здесь очень клево, мне нравится. Ой, вода реально голубая. Класс. Платье не мочи. Вода нереально прозрачная. Прям вот здесь видно, какая она прозрачная. Такие пустынные пляжи. Что? Ракушку нашла? Красивая какая. Класс. Я на море. Все, далеко тут не отходи. Пойдем. На военном пляже здесь сосны растут. Очень красиво. Воздух потрясающий, тепло, водичка, как молоко парное, и не слишком жарко. Я тащусь. Сара попросила намочить хвост. В общем, мы из Алматы притащили эти хвосты, теплые, вязаные, в которых зимой греться. Но я подумала, что в них будет интересно пофотаться на пляже. И Сара попросила, можно я, говорит, его намочу? Я говорю, ну ладно, мочи. Будем долго сушить. Вязаный хвостик. Ты теперь русалка? Да. Че, тепло? Да. Вова говорит, на Кочанге лучше. Ну, конечно, это же остров Кочанг. Не знаю, мне здесь нравится. Прям идеальный, мне кажется, пляж. Такой чьи. Че ты ешь? Покажи. Биг щит. Кстати, полезная штука, Сара тоже их любит. Это водоросли, сушеные, солененькие. Дай попробуй. Вкусно. Мы уже все съели, не успели вам снять, что брали с собой. Вот фрукты у нас еще остались. Осталась соя, наша любимая, японская. Вот она вот так выглядит. И кто-то мне когда-то написал в комментариях, что ее вредно есть, типа соя вредно, ГМО. Она не ГМОшная, это настоящая натуральная соя, ее в Японии выращивают. Это тайская. Ну это тайская, но видишь, Japanese Green Soy Beans. Сорт японский просто. Здесь ничего плохого нет в ней. Они гарантируют удовлетворение. Да, то есть нормально все. 99% натуральная японская соя и 1% соли. Так что все окей, ребята. Перед сном решили поесть креветок. Заехали на здесь такое местечко. Одни русские. Как оно называется? Ну это рынок вот возле отеля, вот возле этой башни. А, такая тарелочка креветок стоит 100 бат. Почти 1000 тенге. 8 штук. А еще мы заказали суп том-ям. Он такой вкусный должен быть, потому что невероятно красивый. Вова тут встретил старых знакомых, и они решили ему сварить по полной программе, какой он должен быть на самом деле. Сегодня на завтрак у нас фрукты, которые мы купили вечером в супермаркете. И надо их доесть. Сейчас мы будем завтракать полезностями. Кстати, арбуз у них совсем другой. У нас вкуснее в Казахстане.
Здесь они такие, похожи на кабачки, что ли. Еще мы нашли в супермаркетах вот такие напитки. Так, если молочка с бифидобактериями. Мы такие пили в Японии. И здесь точно такие же есть. Их очень полезно пить и деткам, и взрослым. В общем, мы с Сарой их постоянно пьем. Всем доброе утро. Сегодня предпоследний день нашего пребывания в Паттайе. Мы решили провести его не на пляже, а как-то поездить, посмотреть, что здесь есть. Как обычно мы это любим. Завтра мы уезжаем. Да, завтра мы поедем на машине на остров. Я не знаю, как мы на машине попадем на остров. Вова знает. На специальной ферри. На специальной ферри. Вот. И мы сегодня решили поблуждать, поездить. Может быть, что-то интересное встретим. Слонов. Мы сейчас едем к обезьянам, мы взяли бананы. Слон 1 000 000 бат стоит. Где ты его еще видишь? И с нами. Да. Енот. Быстрее к папе бежит, там слон. Поет слона. Капец, тут их тут, по-моему, можно покататься на слоне. Сара, подойди. Сара, подойди. Подойди, не бойся. Тебе разрешают. Побрызгай со шланга. Давай, давай. У него он хоботом Сару хочет. Ой, 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 какой хорошенький. Побрызгай, Сара. Ну, давай. Сара будет кормить бананом, если разрешат. У дяди спроси, можно? Вова, спроси, можно или нет? Стой, Сар. Банан? Давай банан. Спасибо, говорит Сара. Классный. Можно? Ой-ой-ой, какой хороший. Еще хочет. Мне кажется, очень круто вот путешествовать именно на машине. Заезжать в какие-то такие необычные места сами по себе, в общем, прикольно, без экскурсий. Не надо на автобусе ехать. Да. Захотели, остановились, захотели, дальше поехали. Бананы растут. О, можно их сорвать? Как круто! Можно их сорвать? Нет, они зеленые, не надо. Это тем более чьи-то, люди их потом продают, зарабатывают денежки. Классно. Да нет, это не чьи-то. Не чьи-то? Можно а если змеи есть? А ну подождите. Я не достану. Че думаешь, я достану? А вот тут достану я. Я достану здесь на банан. Тут змеи нет. Страшно. Зеленый. А-а-а! Побежали, побежали. Вдруг нас сейчас арестуют. Змеи? Вот. А ты, кстати, попробуй, может быть вкусно. Он зеленый, он как ну, мыло да. Сейчас а будет. А ты попробуй. Говорили, что для кого? Для слонов, да? А, они вкусные. Фу! Вообще такие нельзя есть. Почему? Они вязкие. Да, ух ты, как красиво. Надо выйти здесь. Можно как-то выйти? Это же, по-моему, вот этот сад каких-то там. Нет. Нет? А. Мы нашли обезьян для Сары. Вы, привет. Бросай, бросай. А? Показывайте зубы. Драка, драка, драка. Нам нужно сжечь калории. Мы решили подняться на гору пешком. На самом деле мы намного дольше ходили когда-то, поэтому нам не страшен этот путь. Сара, твоя мечта сбылась, ты покормила обезьян. Вова говорит, что тайцы ставят соки сладкие для духов с трубочкой. Сюда деньги бросают. Сара у нас крепыш. Отдыхай, отдыхай. Хотя мы немного поднялись, но для ребенка это много. Встала? Вон овчарка. Здесь открывается красивый вид на Паттайю, на джунгли. Высокие здания виднеются, но в основном зелень. Одна зелень красивая-прекрасивая. Мы с моим другом Барбосом очень устали взбираться. Барбос отключился, а я еще жива.
Барбос, ты чего? Вставай. Что с тобой? Барбос, вставай. Не хочет. Ехали-ехали, черепаху встретили. Вот она себе ползла, такая хорошенькая. Ну что ты по дороге-то ползешь? Спряталась. Давай ее вот сюда поставим подальше. Спряталась туда. Пальчики несу. Видишь, она спряталась. Она думает, что мы хотим ее съесть. И поэтому прячется под панцирь. Панцирь очень прочный. Ее не смогут достать оттуда. Смотрите, какая страшная сороконожка. Огромная. 100 000 ножка. Какая она отвратительная. Я в шоке. Я просто в шоке. Она просто огромная. У нас полные штаны впечатлений, потому что это получше, чем зоопарк. Да, это лучше, лучше, чем зоопарк. Кого мы только не встретили. Жука только встретили, только черепаху. И черепах, и жуков, и обезьян, и слонов мы встретили, и собак. И всех можно потрогать, покормить. И помыть. И помыть слонов, да. Покруче, чем в зоопарке, 100 раз. Будь здорова.